Всем привет, с вами Пеннипредс, и сегодня мы снова на Европе. Решил сегодня видос записать без вебки. Думаю, пусть ваши глаза отдохнут от отсутствия моего лица, да? А, залетел на изик, 250 закинул, плюс промокод. Снова багованный промокод, юзал, который там в группе написано, что 100 рублей от 150, ну, в общем, все наоборот. 150 при пополнении от 100. Получился такой баланс. Крутанул за кадром я фрикейс, забрал дроп. В общем, покажу, что выпало. В общем, смотрите, с колеса бесплатного выпало вот это вот. Вот это вот выпало с бесплатного колеса. А зато дропчика выпало вот столечко. Считаю, 450 рублей, то есть две пушки. Ну, это которые я могу только использовать в контракте. Я их не могу продать, вывести, а в контракте использовать могу. Ну, в принципе, хорошо, я считаю. В принципе, хорошо. Я-то рассчитывал, что максимум до сотки там что-то будет, а тут вот. Мне там даже ванговали. Мне там даже. Давайте с карточки начнем сегодня. Так, 1.6. Нет, 1.6. Если вот так вот мы все сделаем. О! Тут я выиграл, да? Это продать. Так, давай 2.5. Ну тут ножик должен был быть, что за хуйня? Что за хуйню вы мне тут подгоняете? 3-4. О, угадал. Там фиолка какая-то была. А если 6-3? Нет, не угадал. Гроза. Ладно. Давай. На 4 рубля мы там, по-моему, лоханулись, да? Я тут что-то подумал, что, а может быть, мне не фартит на этой неделе по причине того, что я промокоды там в группе беру, а прошлой неделе-то у меня чисто подписчиков промокоды были. И поэтому, тем более я багованные промокоды юзаю, да, то есть пытаюсь наебать сайт. Вот тут уже должен был встать ты. Но нет, да. Но ты решил по-другому. Так. Ширпош. Так, блин. Ну-ка, давай, знаешь, что я? Я разок крутану древний кейс. Один раз крутану древний кейс. Синьку какую-нибудь заберу хотя бы. Вот, захоронение, да? Эх, а градиент был так близок. А так близок был градиент. Но не сюда. Не сегодня. Ох. Причем сегодня я кручу с утра кручу, и все равно хоть с утра, хоть с вечера, если тебя изик решил слить, он тебя сольет. О, да ладно, это что, первый кейс, первая покупка, которая нас окупила. Чудно, вот это да. Я ж даже не ожидал, что нас окупит. Да уж. Все равно хочется, чтобы выбить что-то. Например, ножик. Ножик классное было бы. Было бы классно выбить ножик, да? А лучше вот сразу 3. Но он... Все-таки... Блин. Бля, может по 3 и быстро? 23. Да ну, я ж быстро хотел. Но 5. 18.
О, вот эта масса купила. Блять. Что тут нужно сделать, чтобы ножик отсюда выпал? Не, ну, как бы просто по приколу. Вот интересно, что надо, чтобы отсюда выпал нож? А? Не, ну, с шерпа-то мало кто, по сути, ножи-то вытаскивал. Ну, было бы классно, если бы с шерпа ножик. Это было просто... О, так, это... Ну, потом пойдем контракт. Сегодня даже ни одной пухи, ни одной пушки, которая это там для контракта. Ни одной пушки даже для контракта нету сегодня. Еще прям горе, горе, горе прям. Ни одной пушки даже для контракта. Это что-то прям трындец. Все, давай в апгрейды. Бабки закончились, полетели в апгрейды. Так, нет, вот так давай. Так, что у нас тут есть? 42, это... Ну, это все старенькое, да? То есть, по новизне мне показываешь 13. Ну, по сути, вот это все идет у нас. А, 30. Ну, 30 я потом. Мы начнем с разминочки. С разминочки начнем. О, вчера также останавливался. Узнаю, узнаю. Так, еще вот за 13 что-то есть, да? Еще давай. Блин, сделайте здесь эту иерархию, чтобы можно было это смотреть удобнее, по иерархии выбирать, а то неудобно так выбирать. Вообще неудобно так выбирать. Так, давай тебя. Так 9. Фул Жека. Фул Жектор. Фул Жектор. Так. Че, вот это, да? Удаленный доступ. Ну давай. Давай удаленный доступ. Изичс. Сливает подчистую. Подчастую. Или под чистую сливает. Шепервуд. Шепервуд. Тарам-пам-пам. Так, что у нас остается? Вот это вот. Вот это вот. Ну-ка, взломщица. Давай. Взломщица Вольцман. Не дала. Не дала взломщица. Так, 25-ка. Ну-ка, лучшее вино. Может, то, что я скины не вывожу, поэтому он мне не хочет больше ничего насыпать. Типа говорит, а ты не охерел ли? Говорит, ты не охерел ли, товарищ? Товарищ, ты не охерел ли? Так, наверное, говорит, уже там. Так, во, депо. Я же дело. Я же его разыграл. Давай вернем. То, что разыграли, вернем. Нет, не вернем. Пипец, блять. Просто пипец. А мне и пробовать-то больше нечего, да? Пробовать больше нечего. Можно попробовать вот эту штуку. Процентов на 30, да? Рублей на 350, если мы попробуем. Что у нас тут? Да не, куда ты такие бабки вставишь мне? Процентов на 30 зайдет, что-нибудь не зайдет. Вот механа пушка, например. 30%. О, ну вот что, давай сейчас посмотрим. Сейчас увидим, как он. Как бы я-то их собирался, в принципе, забирать, да? То есть, ну вот они у меня лежат и лежат. Ну, давай посмотрим. Что у нас про 30%? По 30% шансам что? Да нихуя! Нихуя, короче, по 30% шансам. Столько сливных апгрейдов, блядь, было сделано. Вот прям до хуя сливных апгрейдов было сделано. И все равно, блядь, 30% шансы не доходят. Да, давай-ка, ну-ка, тебя. 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 Снова механа пушка. Блядь, сейчас. Да и похуй.
вот это останется все там на контракт, еще что-то вообще тоже не заходит. Просто пиздец какой-то полный. Просто пиздец. Попробовать еще. Да, я уже не буду пробовать. Иди ты нахуй, короче, сайт. Сайт, иди ты. Да, в принципе, изик. Че? Да нормально все, изик. Не болей. В общем, ребята, вот такая вот херня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. И участвуйте в конкурсах, которые у меня проходят. Всем пока.